Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 10 сентября 2021 года. Это семья номер один. Она здесь на солнышке. Короче, утром сегодня было 10 градусов. Ну, ночью вообще 10 градусов тепла. Сейчас будем думать. Надо распалить. Короче, утром было 10 градусов тепла. А сейчас 26 в тени. Разгорелся. Сейчас в тени 26 градусов. Я решил пробежаться посмотреть, ну и сейчас сниму вам видео. Буду снимать одной рукой, так как оператор у меня приболел. Вот. Поэтому будем снимать одной рукой. Ну, хочу разобрать, сам посмотреть и вам показать. Это такая одна из самых сильных семей. Слабые семьи, возможно, придется немножко медом подкармливать. Но мне сейчас волнует больше средняя и сильная семья. Поэтому пчелку надо согнать, сейчас посмотреть. Ветерочек опять поддувает. Что у нас тут? Здесь пусто, а здесь напрыск. Есть напрыск, так. Я поставлю так аккуратненько. Крайняя рамка. Немножко напрыск. Пчелку догоним. Нормальная, кстати, такая семейка. Так. О! О, есть вес. Тут чуть-чуть краю, это серединка вот так подлита. Так выглядит вторая с краю рамка. Довольно-таки увесистая, но они не зря тяжелая такая она была. Напомню еще раз, в конце лета, 30-31 числа, эти семьи скачивались полностью в ноль практически. Забрали мы отсюда весь зрелый мед. Могли забрать. Ого! Ого! Тяжело держать, он скажет. Такой сбитая рамка. Там еще он пару ячеек расплода. Расплод лупится. Тут даже раздули. Уже немножко. Полностью залита рамка, тяжеленная. Тяжеленная. Угу. Так. Смотрим дальше. Сильная семья, они. Ну, если бы все вот такие были семьи на пасеке, я вообще бы не парился бы по этому поводу. Они бы уже все вот так вот залились. 10 дней, и они бы уже такие все были. Представьте, а еще. Сейчас посмотрим вниз, вообще там матка работает, нет? Что происходит? Ого! Ого! Вон расплод, смотрите, лупится. Лупится расплод и сразу все заливается. Сразу все в дрободан. Вот расплод, видите? Опять же, лупится расплод, все, они подливают. Это бакфаст. Это бакфаст. Серый бакфаст. Он, наверное, на карнике замешан, я так предполагаю. Хотя, кто его знает. Какие-то крови туда добавлялись, но сами видите. Вот, выжимают они матку из верхнего корпуса. Забрали мы у них медовые магазины. Был бы, сейчас стоял бы магазин, они бы наверх бы трамбовали. Но ничего. Это нормальная ситуация. То есть тут это вполне себе сильная семейка. Очень много ей расплода-то и не надо уже сейчас. Ого. Тяжелые, блин, рамки. Как это еще расплод там лупится. Здесь уже даже печатает. Верха. Тяжелая очень. О, трутень бегает. Очень тяжелые рамки. Матка здесь уже во втором корпусе не работает. Они ее выжили. Сами вниз. То есть нет, что тут страшного, бакфаста нету. То есть он работает вполне себе отлично. Ну не знаю, может какой-то там другой бакфаст будет по-другому себя вести. Я имею в виду то, что у меня есть на пасеке, видите.
Он себя ведет вполне так, как мне надо. То есть вверх заливают медом, а внизу должна работать матка, по идее. Сейчас посмотрим. А у них еще больше месяца усядка. Вы сами понимаете, да? Они зальются в дрободан. Видите, что происходит? Смотрите, что происходит. Что тут дрыз залито все? Дрободан. Дрободан. Ну что, сейчас надо будет просматривать, наверное, такие семьи. Блин, а мне и некогда, мне надо мед фасовать. Завтра, послезавтра торговать. У меня жена этим занималась, а жена сейчас лежит в больнице. Подскользнулась, подвернула ногу, поломала, короче. Угораздила. Тут спереди чуть легче, но тоже залито. Залито. Рамка залита. И тут тоже залито. Вот. Как-то так. Тут спереди, я думаю, сейчас меньше будет. Ну да. Здесь вот такой вот. Здесь вот так вот налито. И тут с краев пусто, вот так по кругу. То есть есть куда еще лить. Ну это и хорошо, потому что значит меньше будут матку давить. Будут поднимать сюда наверх еще, и меньше будут давить матку. Вот тут, видите, крайне пустая. Ну, уже. Что у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я думаю, килограмм пять уже есть. Корма еще впереди. Еще месяцок есть у них. Еще сурепка на пик не вышла. Она еще, знаете, так, процентов на 30-40, может, максимум зацвела. Из того, что должна свести. Тогда же, наверное, процентов... Ну да, он местами где-то раньше, она чуть больше. Но еще очень много сурепки не цветущей. Очень много прям. Что даже далеко не половина цветения сурепки, то есть еще пик сурепки впереди, еще пчелки. Это еще больше они натаскали, скорее всего, не сурепка, а это, скорее всего, они с этого, с кермека больше таскали. Вот. Не знаю, мед не могу понюхать, но заложен у меня. Запах меда сейчас не слышу. Хотя вот утром снимал видео, немножко как пробило. Нюх пробило немножко, запах услышал из улья. Он сидел рядом возле улья, из улья шел запах. Ну, сейчас как-то, блин, не слышу, в общем, заложила нос. Это аллергическая у меня сезонная. Вот. Ну, я думаю, это с кермека в основном несли. Еще кермек там вовсю цветет. Еще с кермека донесут, ну и все репкой что-то дольются. Ну, короче... Задача какая? В принципе, уже на зимовку тут меда достаточно. Вполне. Теперь надо им еще на весну себе собрать. Сейчас я попробую остановить. Полистаем нижний, посмотрим, что там внизу для интереса. Ну, одну семейку все больше не буду, потому что неудобно очень снимать. Во-первых, во-вторых, время. Мне надо быстренько пробежаться по пасеке сейчас. Просмотреть примерную картину хотя бы, чтобы понимать, что там вообще происходит. Может быть, особенно меня слабаки волнуют. Может, придется их докармливать даже медом. У меня есть там летний мед, в принципе. Если еще раз это буду им докармливать. Пчелок, спасибо за просмотр. Всем пока.